У меня 1000 уже. Отлично. Ладно, всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Денчик. Всем привет. Да, и мы сегодня играем в GTA 4, мы зашли на сервер DM мода и пытаемся выиграть. Ну вот я только зашел, у меня темно-зеленый, кстати говоря, цвет, если что, у Денчика тоже зеленый, в принципе, можно сказать, такой этот... комбинированная у нас будет связка. Будем планировать какие-нибудь комбинации, будем нагибать всех, кто здесь есть. В общем, постараемся выиграть. В принципе, это уже не первый заход на этот же сервер. Просто проходил за заходить. Меня уже пристрелили. Класс. Сейчас ты должен... Блин, я тачки вообще не нахожу. Что... Тут что, тачек нету, типа? Вообще... Знаешь, я что-то сейчас сразу представил одну тактику нечестную. Мы просто друг друга бы убивали. Так и побили. Не, ну это глупость, конечно, полнейшая. Ну это что, можно просто убивать? Это можно даже сказать в какой-то мере читерство, богоюзерство, и это... Нет, ну если убивать, ну, как бы, ты меня убиваешь, а я тебя. Не знаю, вот, в общем, мы нашли друг друга, это хорошо. Вон, я вижу автоматик. Мой автомат! Я потому что помимо хлеборезки у меня ничего нету. Так, смотри. Си, там голубой, давай его расстреляем сейчас. Давай, опа. Ой-ой-ой, я убил. Хорошо. Так, вот там красный. Броню бери, она очень хорошо помогает. Да? Ага, хорошо. Красный, там, стой, осторожно, там красный. Смотри, сейчас в переулке бегу. Я к тебе бегу, давай, я к тебе бегу, короче. Бежи там, в переулке. Спрятался за контейнер. Давай, аккуратно. Готов. Желтый еще. Ага. Короче, мы должны победить по-любому. Просто just win. Опа, все. Красава, нормально. Кто сзади еще кто-то бежит? Если еще впереди, давай. Что будем делать? Розового крепим. Оп, минус один, давай. Но это не мы его завалили, что самое интересное. А, ну это тот, давай его завалим. Коричневого, что-то он прибурел. Он, по-моему, со снайперской винтовкой. Нет, он... Отлично, я его снял. Отлично. Стой, сзади еще там. Какой-то этот оранжевый. Давай на него побежим. Сейчас мы так давить всех будем, просто на раш. А, фак, закончилось. Там бронежилет. Я как дурак побежал. Сзади еще кто стреляет. Нет, давай, врубай ее, есть. Есть! Вырубил того. Отлично. Стой, там еще этот бежит. Давай, сейчас я вырублю его. Постараюсь. Так, я отвлекающий маневр. Давай, все, вырубаем. Мы успекали всего лишь. Пекаль. Он побежал в переулок, вон туда. Сейчас. Да, лови его там. Ай, опять никто из стены при. Так. А, не, он меня чуть не убил. Нет, не убивай. Но. Фух, блин. Мне вообще столько мало жизни, надо за жизнями и за этим. Так, смотри, видишь крестик там на радаре, побежали туда. Не вижу, сейчас с тобой бегу. Вот это просто операция. Операция, вообще класс. Так, что такое? Потерялся, дружок? Бабосики. Да, тут еще деньги валяются, да? Машина исчезла, у меня аж персонаж смотрелся. Так, давай. Смотри, говорят, мне по-хорошему тоже. Он коричневый, он мне отомстил. И меня сейчас, слушай, у меня там тоже, блин. Все, наша участь. Закончить. Да. Ладно, он рядом. Мы все равно вместе. Стой, давай назад, там броня есть. Ага, согласен. Так, давай ты бери. Я пойду за этим, за УЗИхой. За УЗИхой, ну ладно. Я, кстати, думал как раз тебе броню отдать, а сам бы за УЗИхой побежал, но ты вон опередил ход моих мыслей. Ладно. Там он, кстати, опять этот Сэмка, вот этот коричневый, так что осторожно. Окей. Кто-то вообще прижать будет и отнять тебя. Коричневый. У него, знаешь, снайперская винтовка, походу, или... Все, я тут спрятался, типа. Я опасаюсь. Он по мне и попал еще, гад. С чего он стреляет-то? Надо просто мансовать, знаешь, типа. Вороты... Я так делаю. Так. Короче, ну чё, на раш выбегаем. Давай, раз, два, три, гоу, давай, пошел. Давай, вали. Огонь на подавление.
Ай, давай, давай, ай, давай, давай, вали, 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 вали. Я косой, черт! Я такой косой! Знаешь, почти там еще чуток ему осталось, по-любому там сейчас с нуля. Ну мы его, конечно, раскормили, я тебе скажу. Ну да он на нуле там остался. Он так и победить может. Я как бы видел, что вот гранатомет делает на этом. Розовый на первом месте. Гранатомет я вообще не видел. Один раз заюзал гранатомет, уже хватило. Ой, ё, там с один сэмкой, как они меня бесят. Да блин. Сэмочками тут самые опасные, можно так сказать. У нас там розовенькие и поносового цвета, а самые такие опасные ребята. Вот розового. Я машину вижу. Это фиолетовый или розовый, блин, понятия не имею, но... Да блин, надоели они на машинах. Автомат Калашникова. Как его гранатометом, а? Правда, не видел. Все-таки я его сделал и автомат заберу. Ха-ха. Вообще от души. Так, ладно, теперь я под твою душу выехал. Черт, обалдеть. Ну вот вдвоем, видишь... Да, если по одному, то это сложно. Так что надо мутиться так. Тут у меня, кстати, броник есть недалеко. Я бы тебе посоветовал бы доехать до меня, но я и сам сейчас попытаюсь до тебя. Блин, там на меня нападает уже. Знаешь, вот на машину сесть, в принципе, тоже чревато. Могут сразу лобовую начать атаковать, так что тут еще надо уметь водить, скажу. Так, что такое? Так, ладно, я... Ну, блин, меня защемили, короче, с двух сторон. Да ты че? Сволочи. Да нужно пушку нормально, видишь, они сэм... Ах ты! Как ты так слад? Fucking Хорс! Это самое... Есть! Она по мне даже не попала, вот косая. Ой, а это уже опасно. Ух, фака. Класс. Так. Блин, машина, во что превратилась моя машина? Едь ко мне. Проехались такие. Едь ко мне, у меня есть тут дохера что. Блин. Блин, прикинь, другого чувака тоже снайперская была. За мной охоту прям на машине устроили по улицам. А у меня преимущество, у меня есть мобильность. У этого, блин, летающая тарелка, блин, разнесет обо все углы, пока что за мной гоняется. Опа, я тачку нашел. Кстати, мне сейчас тачка начала попадаться. Да надоели, блин, со спины все время убивает. Чувак, там блин. Я не знаю, как переключить оружие, я на EQ все нажимаю. Блин! Не хватило мощи! Обалдеть! На мышку. Да? Блин, у меня тут или радио на мышке. 1-2 там, знаешь, нажимай. А в машине ты говоришь, да? За мной тут просто погоня. А, я вижу велокоптер просто. Велокоптер. Я им, правда, управлять не умею, как дно последнее. Но это единственная перспектива, которую я сейчас вижу на данный момент. Мне так жалко оружие, которое я насобирал. А, ты ракету, да? Ну, ой, не ракету, она ракетами гуляет, да? Она там вообще все. Да, бро, ну там не все ракеты, вроде. Ну все, желтый, умри. Подловил! Оу, е! Все, убил я тут одного чувака. Все, мне теперь я как АК. Я бессмертный. А я, короче, этого завалил и вертолет заполучил. Ну все, молодец я. Так, осталось только грамотно это все. Ну, так. Вертолеты не так управлять, но стрелять помочь. Ну, сложно управлять здесь вертолетом. А я вижу тебя. Как у меня сейчас полетел. Так. Ладно. Как управлять этой штукой? Ладно, управлять, а вот как стрелять из нее, это отдельный. Ну и все. И все, собственно, чуть-чуть лопастями здания задел и готов. Блин! Я видел, как тебя убили прямо у метро, у входа в метро. Это было. Слушай, стреляй его. Я не могу. Я вообще. Видишь, у меня, короче, управление на ASDW. Мышкой управляй, мышкой тут грамотно управляй.
блядь. У меня обзор мышкой. Да, точно, можно же точно поставить на... Сейчас, сейчас сделаем. Мышки самая грамотная. Чувак меня просто сбил, блин. Гады. Жестокий. Да, он-то, знаешь, выбрал спорткар такой, катается и лочит все это в сузике. Это грамотно, в принципе. Если мы вдвоем тачки возьмем и будем подъезжать к кому-нибудь, мы просто будем тоже стрелять быстро. Так, как здесь поменять на мышь? Так. Слушай, а если 10к кто-то набьет, карта поменяется, да, уже на другой? Если я, конечно, это то, что я думаю. Так, сейчас управление мышью. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что... нет, это не то. Так, маус, аим. Так, а во, нашел, все, отлично. Сейчас будет. Ты вертолет свой не просрал? Нет, но он у меня уже орёт. Ой, так. Я нашел машину, ну, наконец-то. Так, это у нас мощная что? Машина. А это вот так вот. Хорошо. Так, более-менее теперь ориентируюсь. Всё, но все равно управление такое, знаешь. Ну. Ой, я в ша помру. Ой, я чувствую. Ну, убей хотя бы кого. Собственной жизни уронить на кого-нибудь этот вертолет на голову лопастями попробуй. Ну это вообще ювелир. Я РПГ нашел, офигеть. Ой, 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 fucking управление. Ай, ай, нет, стой, сразу. А, приземляюсь, короче. О, блин, никогда не доверяйте мне управление вертолетом, никогда. Я его так разобрал на крыше. Ладно, так, мне... вот этот чувак, ну все, у меня РПГ... А, он за РПГ пошел, а нет. Тут дверь закрыта. Этот чувак сбил. Офигеть. Вот гад, бот меня сбил, это как так? Бот? Обалдеть. Да, бот сбил меня. А бота убился? Самое просто унизительное. Давай, что... давай. Блин, там чувак. С РПГшки. Ты где? Сейчас тачку возьму. Ох ты гад, блин, прикинь. Итак, это честный бой на битах. Давай, ты где? Сколько победных раундов замутим? Давай 5. Давай 5 победных раундов. Так. Не на битах, а вообще просто... Так. Вообще там руками, ногами... А, ну давай. First block. И машины, да? Не-не, машин не надо. Ё-моё. А, водила. Блин, у меня за мной менты, давай уедем отсюда. Давай. Бери так. Тачку, впереди спортивная. Хорошая машинка. Так, ладно, я за тобой, если что, дави. Да, блин. Нифига себе, там чувака спущено. Так, сюда. Вот. Ой, багажник открылся. Я быстрее, да. Ой, прикинь, дверь тупо отвалилась. Ой, чё. Всё, вроде угнали, короче. Отвлекся на дверцу. Все, давай. Что за стрельба? Я не знаю, кто стреляет. Полицейский пострелял. Ладно, подсюда, дедуля. Ова, ова! Вор в законе! Вор в законе! Ох ты с ножиком, на! Ох ты, мне по яйцам дал! Ой, на! Ой-ой-ой! О, не, всё! Ну ты гад, а! Просто перебил мне! Давай, ты где? Так, сейчас я приеду, жди! На том же месте, хотя можешь подлечиться, в принципе, это будет по-честному. Да, сейчас. Ножик это, конечно, тема. Вау. О! На одинаковых машинах, классно. Уйдем. Пьяный мастер просто. Надо хп найти. Вон хп. А давай еще броню возьмем, чтобы подольше было.
По-моему, броник не влияет на милишные вид оружия. О, смотри, кто тут вошел. Да мы его сразу загнобим, если что. Так, подожди. Это как ты стекло разбил? Битой? Только дуть. Что ты так ладно? Давай! Я сюда! Ола! Что ты там сказал? Что ты там сказал про мою корпорацию? Это. Ах ты, блин, ах ты, блин, это. На! Дед! Подожди, я по тебе попал? Нет. Нифига, я мужику просто перекопал, еще рядом стоял. Окей, давай. Так, я пока подлечусь, найду где. О, нашел! Так, скорая едет. Блин, слышь, вы одинаковые. О, еще один зашел. Да, они сейчас выйдут, посмотрят, что у нас за мод такой стрёмный. Скажет, ребята, слышишь, все равно он так нечестно игровал. Он на джипе против меня, он хочет меня задавить. Но я, у меня есть бой. Леон Грант, это моя цель. Выходи на честный. А давай его за это тараним. Нифига себе, он тут раньше. Ё-моё. Вылазь! Ой! Блин, меня сбил, но не он. Что это за таран? Что? Ты убитый пытаешься. Ой, ты, блин, сбил мне каз двери открывания просто. Дай. Давай, давай. Ой, я потрогал донышко автомобиля. Что вообще происходит? Я вообще не понимаю. Стой, с тобой медленно. Да пусть бежит. Что за нафиг, вообще не понимаю. Погодите! Чизас! Все. Вот это просто дерби краш. Короче, ты пацан на улице, тут просто столько всякого валяется. Тут колесо, то, блин. Машина брошенная, подумал, но нет же, на ней кто-то едет. Не-не-не, чувак, ты это хорошо, что установил. На тебя медит в это время. Ох ты ж нифига! Так. Не-а! Не-а! Недоволен! Ой-ой-ой! Эй, на руках давайте. Аба! Аба! Неужели они не ловят фишку, что надо? Ой! Иди твою налево, это что вообще происходит-то? Это что такое? Ой, блин. Ты это видел? Я видел, блин. Натырил лол просто. Он полагает или что-то такое. Короче, он от малейшего, короче, удара просто улетает. Ой, я такой нежданчик себе словил. Я сейчас за ним еду. О! О! Ой! Подожди, стой! Стой, стой, неужели? Давай сюда, мопед. О, не! Пофиг с мопедом. Вот это давай. Отлично. Хотите таран? Получите таран. О, уже тут задница мятая, класс. Вау! Так. Все, он на меня набитый бежит. Все, это честный бой. Да? О, класс. Все, слышишь, это она, прикинь, которая тебе давила. Я сейчас ее мочу. У нее так лагает. А, она ударила, прикинь. А! Да! Ладно. Чувак, вылазь из тачки, это моя тачка, да. Стой, куда поехал, блин? Ладно. За мной едешь, да? А, я нет, я по их душу. Слушай, а народ потихоньку прибавляется что-то? Ну, я тебе говорю. Че там, да, так захотели выиграть или нет? Блин, ладно. Ладно. От этого чувак, блин, тут такое мясо, я тебе отвечаю. Ух, кто-то уже с пушкой. Кто-то уже с пушкой бежит. Как тут она летает просто. Откройте дверь, блин, я попал в парк аттракционов, а он закрыт был. Ее просто все давят, ее просто все давят. Все захотят задавить ее.
Ой, я сдаю. Вроде бы. А нет, вроде. Не, у меня сейчас одна задача. Как-то отсюда выбраться. Просто давят все ее. Блин, у нее. Это такое мясо, я тебе отвечаю. Ой, я походу ее сдаю. А нет, что за бред? О! Класс! Паркур мастер! Получаешь еще отдельное удовольствие, когда ты такой. Видишь, оранжевый. Это что такое такое? Да, вот он, короче, это лагерь жесткий. Вообще невозможно убить его. Вот 10 раз переехал. Да ты чё? А, ну-ка иди сюда. Тебя сейчас давить будут, слышишь? Да я знаю. А, все, ее задавили. Ой, ой, ой. Ой. Просто как гульку.